18 марта в России пройдут выборы президента. Мы идем, а вы с нами? Обязательно. Ну, это наше будущее, стоит выбирать. Обязательно. А почему нужно ходить на выборы? Ну, если мы не будем выбирать, кто же будет за нас выбирать? Обязательно. Скорее нет, чем да. Люди говорят, что, мол, все продумано, все просчитано, за всех выбрано. Думаю, что не стоит самому ходить. Конечно, это обязанность. А вы пойдете на выборы президента? Нет, конечно. Обязательно. Почему нужно ходить? Ну, здрасте. О будущем думать нужно? Обязательно. Не знаю, я всегда хожу. Надо же выбирать своего президента. Конечно, пойдем. А куда делимся? Пойдем? Нет, потому что мне нет 18. Пойду. А почему нужно ходить? А потому что. Обязательно. Ну, потому что мы выбираем свое будущее. Конечно, пойду, обязательно. Нужно вести активный образ жизни, нужно участвовать, ведь будущее, дети, они же будут жить в этой стране. Обязательно, но не сейчас. Наверное, да. От нас, даже от меня и от всех нас зависит судьба нашей страны. Да. Не-не-не, спасибо. Не знаю, подумаю. Обязательно, девушка, обязательно, это гражданский долг, от которого я никогда не отказывался. Ну, я не знаю, мы с детства привыкли, выборы как-то для нас это праздник. Выборы я не хожу. За кого? Нету достойных. Вы должны в молоке купаться, а вы нищие. Да, конечно, пойду. Я думаю, это, во-первых, гражданская ответственность, и я думаю, это твое участие, ну, которое, ну, может повлиять на выбор страны. Пойдем. Надо сделать свой выбор в пользу государства.